Путин и военная операция в Украине – это сейчас одно и то же. То есть власть Путина и военная операция неразрывны. Он поставил на кон все, в том числе свою власть. Не без его согласия. Существенно изменилась матрица пропаганды. Если в феврале и марте врагом была Украина, то теперь, буквально с весны, враг – это весь окружающий мир, то есть Запад. Страна в кругу врагов. И это уже противник, которого победить невозможно. То, что сейчас делает Путин, он уводит страну из той цивилизации, которую он не может победить. Он это понимает. И чтобы сохранить эту территорию и свою власть на этой территории, он объясняет людям, что с этим коллективным Западом, после советской пропаганды никто не пользовался словосочетанием «коллективный Запад». А Путин это вернул. То есть наш уход из мира, из этого мира, из западного мира. В понимании Путина и в понимании путинской пропаганды это благо. Людям подается как единственно возможный спасительный выбор. И в этой ситуации он может править долго. Если эта матрица станет матрицей российского общества, ему может хватить на пожизненное.